хотят люди. Ну да. Ну посмотрите, замены почти нету. Не уверен, что соберется второй рейд. Ну они, наверное, я проходку сделал. Давайте смотрим. Ну, типа, будет второй рейд с богами, типа все перехотят ходить туда. Я замену сейчас скидываю, все, кто пришел, застринил. КГ Снип, Нарчик и Нейвер у нас на замене. Идете во второй рейд. Тоже плохо. Лучше бы Нейвера в первый, потому что во второй плюс один твин. Почему Нейвер это пойдет во второй? Я на ханте пойду. Ну, слушай, типа, я мне бахерам, я типа твинами просто помогаю, я даже их не одеваю. Я типа все, что нужно уступить, даже если у меня приор выше, я уступаю мейн персонажем. Нет, типа, кто-то хоть, хоть раз видел, чтобы я забирал что-то у мейнов? Я даже твоих твинов не знаю, чтобы судить. Ты их знаешь, у меня их много. Не, ну, частично знаю, да, но не всех. Good Go Go там 44к было? Что за ник? Бля, пацаны, ни у кого ли до проходца, нет второго? Все, Ник Гудлик. Нет, там у Гудлик говорит, у Аркана какого-то на Визгасе 44. Брат, да все нормально. Серьезно? Надамажишь когда-нибудь и ты. Я что-то не заходил, не нашел. Видимо, я кривой сегодня. Ставил впереди. Ну ладно. А, Дайси. Хочешь во второй рейд? Что, блядь, 4-4 будет разъебываться. А второй во вторник в 8 так, тоже, да? Да, второй во вторник. Да я просто тут на Нарзик пишет, что он тоже работает. Да, до 9, да, к 9 домой придет, может раньше чуть-чуть. Еще просто взяли бы и подписались на свой. Нет, рейд. Еще инфы Гудлик, типа как будет второй рейд собираться, так и это. Ну, судя по подписям, есть. А как по факту придут, непонятно. Я подписался. Ну я могу на замену на разу. Мне если что. Все равно я нихуя не был там, ну, типа, мне 15 луков впереди. А если что, мне в ПМ отпишите, если я нужен буду. Чек. Давайте фол дебаф есть. Рчек принимаем, если есть. Я в танке, рос в танке. Что? А здесь нужно два... Трэш, да, потом нужно спекнуться в какой-то... Чё, кого успекнуть ещё? Не слушай их, поехали. Донт. Учитель. Меня слышно? Донт, слышно? Тебя слышно. А Донта? Пацаны, это мой огонь, всё нормально. Не знаю, мне страшно. Надо что-то не пугать, буду семкой бить. Семки есть? Да, вы сегодня меня все игнорят, да? А нет, что нет. Тебе ответит на твой вопрос? Думал, да, это риторический вопрос. Ну, все, я обидел, все равно не одни. Дон, ты тут? Да, Дон сказал хуйню, я смылся. А мне слышно. Алло, да. Нарзик, это я что-то с микро. Этот, слышишь, Донт? Блять. А куда вперед танк-то лезет? Серьезно, включал дискорд, смотрю, уже все спулили. О, это не наш огонь, ребят. Что, дамажит РДД? Ну выйдите с него.
У меня, блядь, сетчатки хила включились, нихуя не вижу. Я их, значит. Почему у них диминишинга нет на этот фир? Я хожу 3 секунды, потом мне еще один кидают, потом еще один после него. Контролить бы мне бы так научиться. Льет семки на землю на кушу. На свай, наверное, вкинул. Стоим тут, да, сейчас. Нам пизда. Нет. Тосны, хавайтесь. Почему на мне, блять, агро? Так не нажимайте кнопки. Так я ничего не нажимал, я в тучке был. Это ничего не кнопка, что ли? Тучка тоже фу. Так и запишем, хотят смерти шепнуть. Корнес, конечно, рано сокрудил. Я МТ. На входе стоит вроде бы. Столик, пожалуйста, поставьте. Я уже стоял. Угу. Ладно, конечно, тебе еще дали. Вов, ты после рейда в Дискорде будешь? Я? Ага. Да не, я спать пойду. Ну, а что ты хотел? За то, что мы общались. Форик у нас. Да, Пир, поставь кто-нибудь, пожалуйста. Да, да. А, Вовбро, крестику. Есть какой-нибудь. Стоял, рыба, как ты умудрился умереть? Ты просто не поел, понятно. А, просто загнали. Вовбро. Секунду. Я понял, касты сбивать просто. Да, ты крестику, я просто это Эдуард, он почему-то орёт прям в ухо. А, Фейп, ты у нас квадратику касты сбиваешь. Ромбику у нас сбивает Эдуард в треугольник. Кто у нас остался? А, у нас же шаманы есть, шаманизм. Давай ты будешь в треугольник сбивать. А я буду в черепочек. Хрипаты твои будут банжи первые, Дуат вторые, мои третьи. На кубах. Идеальный. Ты попроси того, кто хочет, может, типа, люди найдутся, кто уверен в тебя. Сейчас 3 хила будет и 2 дд. Идеальный, ты хилишь кубы, стоишь в центре. Карнес, ты хилишь рейд, стоишь возле босса. Лакрима, давай ты в черепке. Квелт в крестике. Исполин в квадратике. А, Оси Хант, давай твой ромбик. А я, наверное, треугольник нажму. Я не расслышала, где я? Черепок. Ты черепок. Лакрима черепок, Квелт крест, исполин квадрат. Ози ромб, я треугольник. А, нет, это закупы тушить не будем, конечно. Сори, повер. Хламбот справа кому нужен. Давайте заходим. А, Вар, давай без... А, у нас 2 по 1 в рейде. Да, Вар кричат, я все там назначил.
А зачем вары кричат? А, нет апнутого кулака, нет апнутого кулака, нет. А, так, тогда окей. Один так, на КП, второй на этот. Куча встали. Ну, я не знаю, я бы РДшником не стоял в куче, ну как хотите. О, пози. Давайте по ДПМу запускаю, на пул отдаем. Когда пачка придет, сначала не отдавайте сразу. 3, 2, 1. Крипаты бомжи. Косты сбиваем своим. Два бомжей. Глот бомжей. Угу, вижу. Косты, косты, косты. Заливаем побыстрее. Отлично. Да нормально. Я на луне, получается? Что-то я череп не вижу. Да-да-да-да-да, на луне. Сори, там метка стояла такая-то. На таргете. На луне. Сейчас сразу не бейте, дайте мне его поставить чуть-чуть. Буквально 2 секунды. Хотя нет, я ж такая, что же такая, что я пачка, да? Да, да, да. 2 на пула. А, 3 на пула. Рога еще же. Ну, рога тебе, наверное, просто поставят, потому что находит нормально. Ну, да. Через 18 секунд активация. Я вижу. Я буду их спрашивать. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас поставлю Геру. Тут на луне еще шаман стоит. А, шаман, ты в ромбике квалт, если. А, нет, а, блядь, по центру та, которая. Возле ворот. Там квалт, справа от ворот исполин стоит. Слева от ворот того крема стоит. В ромбике у нас Ози. Треугольник я сам нажму. А как каст называется в ДБМе? Кто-нибудь может сказать? Вспышка скверная. У меня волна написана, это она? Через 20 секунд? Да. Окей. Okay. 10 секунд до каста. Приготовились. 5. Кубы. Прожали кубы. Стоим, держим. Домажьте. А во время кубов нажимайте на меня, пожалуйста, на пул. Вы там двойной урон вносите, а я куб держу. Дрыщ, раскол. Молодец, дрыщ, машина. Дрыщу Т4 не нужно. Он и так дамажит. Вообще страшно, что будет с ним с Т4. Похвалили, потерял ДПС, осуждаем. Баф на 100% закончился. Смотрим 10 секунд до каста. Три. Каст. Я успел нажать. На П
пул только от Цинка я вижу, осуждаю. Фейп. Да там по расколам нормально будет. Да, у меня еще и 200 тысяч сейчас приорно тоже наберу. Относительно ноуна. Что он так 17 тысяч мне бьет? Попасть не может, а потом 17 тысяч с каста. Когда потолок рушится? На 30. На 30 вроде бы. Сейчас каст. Готовьтесь. 5 секунд до каста. Каст, нажали. Каст. Потолок смотрим. Зоркий, ну такой себе мув был. Ну, бля, что с этим потолком делать? Я не понимаю. Да ничего вроде. Ну так он как повезет или где-то стоять надо или что? Да он всех станет. Кубам готовимся. А, он спился после потолка. Он немного сбитый, да. Подойдите к кубам просто и стойте. Каст спили. Ну все, отлично. Добивайте. Слышите? А мелихаст работает? Потому что мне почему-то кажется, что нет. Да хуй знает. А за сколько убили его, пацаны? Давайте. За 4,5. Ебать, так мы еще чуть-чуть улучшились, получается. Так, ну что, ну давайте. Чест пошел, ролл. Бля, я как так? У меня Т4 не работало. Вообще? А, и буря. Может, ты пиздился там. Не, ну если... Кубоп, вам же, по-моему, Т4. А Кубоп, у тебя точно честов от Т4? Да. Вон там мне кто-то говорил, что у вас этот крафт. Нет, хороший честом. Ну, ноги у нас потом идут. Все, честно, отдаю. Сказал, что надо, значит надо. Сколько у нас там? 300 за него? Да. Вознаграждение. Бля, это пиздец. Короче, урон бури не проходил по боссу. У меня буря надо мажить. Как это линкануть? Я не знаю, где я находился, но буря не проходила по боссу. Ты имеешь в виду прокс? Стоп. Нет, стоп, ребят. Офнули фут. Почему у нас щит никому не нужен? Потому что он без сокета может. Кому нафиг нужен? 39-й, наверное, лучше, но это с сокетом. Но это не точно, я не считал. Островной лучше. Считал. Скиль до нас? 32-й. Да вряд ли он сокетом, лучше. Да? Там хосты больше. Ну, это ничего не значит. Там больше хосты и там сокет еще. Это еще нужно решать. Ну, вместе с сокетом больше хосты там. Так, давай. Квестик. Квестик за ГП? Есть. Конечно. Да, 100 тысяч. Обычная шмотка. Окей. Я так смотрю, пока Т4 не полутались, люди вообще нихуя не будут лупать. Ну, по-моему, шмотки не будут. Ну да. Карнес, держи. А голова падает каждое КД, поэтому ее можно будет налутать когда угодно. Да, согласен. Бля, суманете меня сейчас быстренько. Ставлю камни. Припадай. Ой, меня тоже суманете, я чарку. Я же тебе вот этот. А, игрок не найден. Жду. Тогда Айнан. Бля, ну это рофл, конечно, что буря ни одна не попала. А может, а ты как стоял, далеко от босса или прям под боссом? Да, блядь, прям в боссе стоял.
Где все милики? Где я мог еще стоять? Нет, да, блядь, была ну, такая типа... хуйня, что стоишь на пределе этой, на... ну ты понял, модельки. Блядь, если у тебя автоатака достает, значит буря точно достанет. Логично, да. Ну все. Не, забей, там типа сейчас поломали магика, у меня трапы тоже две ушло типа в резист, поэтому просто... Так ты не понял, ни одна буря, у меня их должно быть сотня за бой. Типа из Т4 еще две сотни. Ну, хуй ты знает. Я знаю, что у меня Кент за рогу, у него ноль коварных ударов, типа, было. Все в резист уходили. Резист? А какой резист может быть от физики? Я не ебу, я же говорю. Просто, типа, они что-то с магиком сделали не то. То ли он так встал хуёво в текстурку, что здесь текстурки были. Но я не про это, да, а про того. Это текстура, скорее всего. Но, блядь, нужно писать бэк-репорт, на мне лень, пацаны. Так, ты прикинь, коварный удар ноль раз, типа, за всего магика. Это так, а буря, вся буря. У меня в Т4 строится на буре. Не, ну я знаю, это ваш основной там урон вроде как. Ну вот. Ну не основной, но типа там он процентов 10 бы надамажил, 15. 15, мне кажется, даже. Это же 2Т4, правильно? Угу. Да нет, 15, ну не знаю, типа я в рейде еще не тестил его, но мне кажется, 15 он не дал бы. Ну 10% дал бы. Он в манекен дает типа где-то 6-7%. Ну в рейде прям поприятнее, потому что крита больше, но не знаю, сложно сказать. Вот прилетел, давайте сумуним, ребят, если вы там... уже есть на месте. Но я подлетаю только. Бля, куда я прилетел? Спасите. Помогите. Опа, слышишь, а у меня показывает незыблемость твою, даже если ты не со мной рядом, прикольно. А откуда он ее видит? А откуда он ее видит, слышишь? Не знаю. Бля, че он не знал? Нормально. Поменял сумки, теперь Джипса найти не могу. Тебе поставить Джипса? Да не, я поставил уже. А тебе на панели его нету? Нету. Зачем он мне там нужен? Чтобы ставить его? Очень бесполезная кнопка. А, так, я буду двоих танчить. А, Рос, ты в танка на босса спихнись. На тебе будет тоже двое, а на войде будет большой. Ну слушай, я не знаю, насколько у меня танк мощный. А ты хочешь большого взять? Я не знаю, кто из них придет. Но я в себе уверен, но насколько долго я буду жить, не знаю. Слушай, у нас да, у нас есть два друида и Холи Пау. Что тебе еще нужно? Я не знаю, я же говорю, я не, ну не апал танка. Вейп, у меня тренигат. Просяли, но... Сальды. Тут бить будут по мне только. А я анхолик, так что по мне тоже бить не будут. Все, я смотрю на Донта, и хочется танка анхолика потестить. Очень приятно. Доларан, сейчас еще надо запястье перечарить, наверное, резист и все. Щит костей хорошо сейвит танка? Да, 20%. И он, причем, у него есть какое-то внутреннее ГКД, по которому он прокает. То есть это типа не просто 4 тычки, это там сколько-то там, ну, секунд. Что супер круто. Треморы поставьте. Я случайно портал нажал. Я думал, от кого-то сумонит. И КД там у него небольшое, да? А есть напулы? У него минута КДшка, это обычная прожимка. Да, да, это я с тебя срываю что-то. Блин, я пытаюсь их всех собрать. А, ну да, тут один на войде, один на тебе. Я думаю, по рейду гуляют.
ТГ просто стакнулся. Я в обычном ВЛК-контенте всегда хотел играть в анхолики, потанчить, но что-то никогда не решался. А сейчас я посмотрю на цифры, у меня агро больше в анхолике из-за просто скорости. Угу. И из-за двуручки. У меня выживаемости куча. Это типа тринка на, блин, миллиард просто брони, которая с ИК сейчас падает. С ИК на броне? Ну да, с десяточки. А, там с чемпионов-то вот эта вот штука уклонения плюс броня. Я понял, понял. Ребахните, пожалуйста, и рыбку дайте. Привык, да, кричат на АП, кричат на АП, все норм. Рыбку поставил. Шкаф поставьте, с сумоним двоих. О, приятно, 25 крита на сейфе. Ну, в рейде, в смысле. Без проков, без нихуя. Ну, чё ты хочешь для шипа, как бы? Я 38. 90. Да, если ты где? Ща. Ну, быстренько. Одна зреволкается. Да, если ты тут в комнате, больше ДПС, даже тимульчики на этом боссе. Ну ладно, тогда я тут на грулету аспект поменяю. Ты будешь вон, ты через там... шквал, блядь, шквал так, чередай. Так, я танчу печеньку плюс треугольник. Да хуйня какая-то в этом комбате. Так, оп, фуд. Печенька, треугольник, рос, void, квадратик. Я беру крестик с черепом. Играем в череп. Локи, вас четверо, контроль, давайте. За это буду наказывать, по правилам случае. В его отсутствие. Давайте еще один арчак. Так, подожди, мне нужно подумать. А у меня на поле или это просто стаунчик? Своим. Я первый запущу. О, далее в череп играем. Вера, давайте. На рекорд идем, что, давай с Герой. Донта поднимите. Страшно же. Накиньте частицу, может, на банку. Забрали. Только меня хильте теперь. Собаку заберите с меня. Локи. Она отпускает. Контроля не будет, всем по полтосу дам. Так, лакрима БР по идеальному. Да, с них просто спадает контроль. Чё? Да это было еще в прошлый раз, так и было. Шо? А, мы по магу играли. И я не понял этого сразу. Вроде бы он сказал по черепу. Да нет, все равно нужно по олму играть, я не знаю, зачем Бьорн придумал по черепу играть. Я не знаю, всегда в него я разыграю. Ну не в мага, в смысле, а в олму. Угу. Потому что здесь маг больше хуярит, чем... Да хуйня это все. Они одинаково хуярят, только у олма еще собаки. Угу. Которые хуево контролятся. А тычки у них один в один. Только там, типа, ну, в зависимости от резиста, какого у тебя больше. Ну, маг не ваншотный, блядь. Окей. Дон-то а, Лакрима подними. Войт надо, чтоб поднял. Я вам не нужен уже. Войт, танчи просто чё. А, ну все, поехали. Только на пулы сдайте, потому что у меня не так много агро, я тут бегал. Желательно перед лицом встаньте. Ну, милики. Не, не
Просто пьем. Это надо на рекорд. А кого? А, печеньки. А по факту, ребят, если так подумать, можно три моба сводить, типа, в одну точку. И один танк будет держать, типа, большого, ну, короля и одного моба. Типа, и это вообще топчик должно быть по времени. По времени мне маг кританул 40 тысяч. Да, неплохо. А сейчас вок меня убил критом на 46. А нет, это не крит. А как? Подожди, как они по тебе критуют? Вот там есть. Нет, это не крит, это огненный шар улетает. Это просто он большими циферками пишет, это смертельное убийство, это не крит. То, что мне бил 42, то 41, сейчас 46, он же там настакивает. Все достают или вывести? Да все вроде нормально. Да он так меня зажал в уголок, я вообще ничего не вижу. Ози, притворись, по-моему, ты все это время бил не того. Мне кажется, нужно разводить, чтобы танчил типа мага и олма два танка. У вас есть аура сейчас есть вообще? Какая? Fire Resist. Не вижу. Ну, вот, в принципе, тоже минус. Просто у меня сейчас 310 резиста, а по мне маг бьет там 40 с лишним тысяч. Нехорошо. Но это 20%. Откуда у тебя столько резиста? Ну, как это откуда? 75 это фласка. 105 это чарка. Сейчас аура 130 стоит. Видимо, значит, аура только что появилась. Никси, это вообще будет. У меня есть десяточки, да, колечко. С 25 бы по-хорошему ловить. На какие цели? Не успел. Этот, нужно отбегать. Не, меня удивит. Лично, что просто ауру. Там мы пиздим и уже забыли о тактике. А тут файер резист столько меня удивило. А, ну кожевкаш. Понятно, да. Просто мне шаблон немножко поломал. Ну а куда это на танке-то без кожевки? По идее, алхимию для такой же цели надо брать, чтобы сопротики побольше были. А там, по-моему, только время, не? На сопротики? Нет, 25 сопротов. И... Соточку ты будешь получать. Да, 20 сопротов. Ну, понятно. Так, сейчас вихрь будет. Вихрь. Там у него уже появилось этот... топоры, что можно дезармить, что ли нет? Ну подойди, проверь, короче, если сильно больно, то можешь. Да я танк, мне просто. Ну ладно. Ку. Пошел на это. Топор. Молот. Ух ты. Чего молот, топор? Есть. Топор, анрол. Ребят. Донту на танка надо. А у меня есть. На танке. А у тебя есть этот топор? Да, на танке есть. ГЦ. Я у пугов забрал. Правильно. Зачем он пугам нужен? Вот, я тогда на присте с тобой так хуёво сходил, на самом деле. Вообще бесполезный был. Сколько у нас там за вайп? Всё ГП. 400 вроде. Хорошо. Стар, говорят, ну, починили боссы. А почему у нас запястья в каждом рейде падают? Я, конечно, не против. Но ничего.
А ну сейчас, Донт, мне нужно посчитать, если я сейчас заберу их... А, я упаду по приор. Все, нет, не буду. Ребят. Вот, правильно, я-то лутаюсь, потому что я танк, мне все равно. Смотрите, робот. Кому там токен нужен у нас? 23 в бро. Забирай. А, Войд и Рос. Давайте, Ро, кидайте. Я Ретрик. Да не, нормально, у меня две обилки без сала. У них что, приор одинаковый? Не, он для того, кто будет в ДД. Угу. Да у нас же и меткость есть, и этот. А Ретрик дает 3% урона, ни у кого такого нету. А комбат? А комбо дай сейчас в этом. А у нас арканов нет. Короче, есть инфа, что вроде можно этот теперь РДшника на пулю ну, типа, починили босса вроде. Типа можно в одного танка идти. Кебаб, ну слушай, насколько ты певный на своих словах? На цепух сказал. Готов поставить свое ГП? Я уже полутал. За эту информацию. Ну нет. Ну может не будем проверять. Давайте два танка просто, да. Там разница в 15 секунд. Да у нас все равно ДПС есть, конечно. Хочется в топе быть. Как на Мактеридоне. Чисто шума. Делай Дестрика. Мне пупуги. Я давай хочешь в Африка спекнусь. Да, нам демон, по идее, нужен. Ты единственный, кто это, у кого рук хватает на этом. Не, я сделаю все демоны, обязательно. Рос, я не это сказал. Успех есть немного. Я не понял, зачем ты сейчас. Хорошо. Не хочет тебя видеть демоном. Да не, Рос, просто дамажит и пусть дамажит. Я сейчас вообще на ретрике бы о чем. Это во втором рейде будет демон нормальный. А не этот мягкий. Вот это да. Да. Ну, только тогда, когда уже я буду этот 4-10. Как когда все вершины Дестрика покоришь, понятно. Демонологу бессмысленно 10 носить. Хиба. Разве я видел, что у нас носил 4-10 демон нормально. Разве что. Поставьте шкаф, рыбу присунуть. Да, еще имеет смысл. Ставил рыбу возле ромбика сзади под Тауреном. Хиба, ты еще раз можешь сказать, потому что я ничего не понял. Разве что? Короче, можно носить на демоне 4-10, только апнутые уже, 264-е. Ну там просто из-за статов. 77-е даже, я бы сказал. А, ну вот это может, да. Нет, тогда уже Т5 онли. Не, нету что 5 77-х этих. Справа. Скажите, кто у нас с МД и в кого напуливать потом, пожалуйста? Так что ромбик. И сумон можно уже. Да, не знаю. Ромбик МД, а второй? На второй выпиливать не надо, Войд фьюрин. Все, он должен сам справиться. А ты не справишься? Ну тогда напуливайте. Тогда в меня не напуливайте, напуливайте в него. Да нет, почему? Типа, после, мне после кажется, первого. Мишка в спину будет изи набирать агро, нет? Я не знаю. Да. Справа хламбота у входа. Не, так не пойдет. Пусть просто тебя напуливают. Очень. У нас на... Ой, все, Войд, хватит. А, давайте, Ирчек. В комнате раз сосались, рибавчики все дали. ТБМ пол будет. Геру не забудьте сдать после откидывания. Ну, после. Ну, понял. А профит не со старта или сколько там, через сколько секунд откидывает? Секунд 20. 20-25 секунд. Ну, тогда да. А между откидываниями? А также где-то секунд. Да не, 30. Полторы минуты где-то. А, ну тогда да, полтора. Окей. Давайте, ладно, ТБМ пол. В ромбик первый на пол, потом в мишку. Бля, вот это осуждаю, да. Вообще, ну что это такое? Кто спулил, кто видит? Надо смотреть по ДБМу, Ой, не по ДБМу, ну ты понял. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, там кое-кто правосудие закинул. Не-а. А, ну типа, может... На меня пошел босс. Наверное, из-за хила, может это танк?
Правосудие это уже до, то и после того, как сагрили. Вот эти реакции, конечно. Я такой фигней не занимаюсь. Так, разбежались, дистанцию набрали? Геру. Готовьтесь от завала отбежать. Мишки долядут на пол. Да не надо, он типа в миллион далеко от нас всех РДДшник. Миллион называл, осторожно. Я, блядь, все проебал только что. Я видел. Готовьте сейчас удар земли. Разбежались, дистанцию набрали. Миля зона, осторожно. Отдал кину. Давай опыт. Разбежали с дистанцию. Вы умрете. Thank you.
О, ну, вернул былую славу ретриков. Получается так. Все слова ретриков довольно сомнительны. Дадите в Долоран портальчик? Пожалуйста. Спасибо. В смысле сомнительное? Нормально я дал 10к с салом, то есть я бы точно дал больше. 10500, наверное, без сала. Да я ж не пробовал. Да пул говна еще был, на самом деле. Кубок меня понял. Я не понял, объясните. Ну это из раздела лужи под себя, паладины пидоры и прочее такое. Я могу это говорить, я за паладина играю, так что. Понял. 400.